Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Улица Владимира Невского, дом 27. Именно в этом доме мы посмотрим с вами двухкомнатную квартиру, застройщик ДСК, дом 1991 года постройки. Ну, как обычно, сначала расскажу вам по месту расположению, по локации, и потом уже поднимемся, посмотрим саму квартиру. Мой офис для ориентира, кто не знает. Вот если мы вот в ту сторону, видите, храм Ксении Петербургской. И если вы пойдете вдоль кольца храма, как раз таки вот в том направлении, тут буквально пешочком несколько минут, и вы попадаете в наш замечательный офис. Кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Бенефит Плаза, конгресс-отель. А вот так выглядит наш дом. Владимира Невского, 27. Застройщик, строительная компания ДСК. Что тут у нас еще в шаговой доступности? Ну, во-первых, три детских сада. 189, 193, 182. И общеобразовательная школа, 95. Вот в том направлении, там, где у нас рынок, храм Ксении Петербургской, там же у нас и рынок Соборный. Повторюсь, здесь буквально каких-то, не знаю, ну 5 минут неспешным шагом. 5 минут неспешным шагом. Московский проспект, 10 минут, бог с ним. 10 минут даем на поход до торгово-развлекательного комплекса Московский проспект. Там же у нас рынок Воронежский. А если мы пойдем вот в том направлении, ну, минут, наверное, 20. Давайте минут 20, вот так вот дворами, не спеша, опять же, да, торгово-развлекательный комплекс Арена, гипермаркет Линия, то есть все у нас тоже тут в шаговой доступности. Ну и вот там у нас есть замечательный северный лес с белками. С белками, где у нас сохранились еще белочки. Настоящие, рыжие, которых можно покормить, собственно говоря, с руки. Ну что, по месту, в принципе, я вам все рассказал. Надо сказать, что вот это место, храм, да, и все, что недалеко от храма, скажем так, да, это место считается самое такое, знаете ли, дорогое. Самое дорогое место северного района. Почему? А потому что здесь есть все. Школы, детсады, торговые центры, гипермаркеты, остановка общественного транспорта. Кстати, вот здесь вот она рядышком, прям буквально вот 3 минуты ходьбы от нашего дома. Все у нас здесь в шаговой доступности есть. Давайте смотреть придомовую территорию. Что у нас тут с придомовой территорией? Ну, видите, чистится, убирается. Очень классный зеленый двор, тихо, спокойно. Вот казалось бы, да, вот туда вот выйди, буквально за пределы нашего дома, и там уже жизнь кипит. А здесь тишина, есть. Покой. Тишь да бладь, да Божья благодать, что называется. И смотрите, сколько зелени, какая красота. Детская площадка присутствует. Вот в этом как раз таки островке зелени. Красота красивишная. Зелени на самом деле очень и очень много. Понравился, здрасте. Вы от Гамова, да? Нет. А, это был от Гамова. А кто такой Гамов? Ну, который у нас тут ведает. А. Ну, нравится вам управляющая компания ваша? Он только один месяц проработал, что еще никакой работы. Нам надо. То есть вот это все было сделано еще до него, да? До него. Угу. А вы что, против него, да? Не. Мы просто здесь квартиру продаем, поэтому и снимаем. Рассказываю, показываю вашу красоту. А вот в шестом подъезде. А где же, какая у вас квартира? А, не знаю, вон моя сотрудница стоит, она знает. Двушечка у нас там двухкомнатная. Это двушка, я знаю. На шестом этаже. Не подскажу. Сотрудница подскажет. Вот к ней можно подойти, она скажет. Я еще пока ее не видел. Да и у нас тут продают. На шестом этаже у нас. Смотрю, продают. Вишенка прямо у вас тут. Это трешка. Ну, у нас дорого. У нас вот это четырешку продали за 4. Как бы вам не соврать, 4600, по-моему. 4600? Да. Трешку? Трешку. Ого. Ну, с ремонтом, наверное, с хорошим. Обычно. Средний ремонт. Ну, 4600? Да, вон, на четвертом этаже. Вот это да. Да, продал он. Не знаю, как он смог, там под ипотеку или как он так. Ну, я так и не поймал, почему он домой сюда ходит. Продал, говорит, документы еще, может. А-а-а. Наверное, ипотека. Может, ипотека, может, не полностью с ним рассчитались еще. Вещи вывозят.
Не, ну хорошо продал. Хорошо, отлично он продал. А у вас здесь место классное, здесь хорошо, есть все да. у вас. У нас дворик уютный, видите, такой. Да хороший. Зелени столько вообще. И такой, знаете, красота. Вот другие приходят, какие-то разбросанные, плохие дворы, а у нас хорошие. А, рябинка, да? А? Рябина. Да, рябинка. У нас хорошо. Вишню никто не рвет, смотрю, даже вообще. Некому кушать вишню, что ли? Да, да, кислая. Кислая? Ох, сейчас северяне посмотрят, да скажут, да мы и кислые были бы рады, если бы у нас вот так вот во дворе росло. Продавать только хорошим людям. Продавать. Хорошим, у нас все покупатели хорошие. Конечно. Плохим не продаем. Вот пообщались немножко с местным жителем. Ну, смотрите, в принципе, как уже сказал, да, двор достаточно зеленый, красивый. Есть место и детишкам поиграть, погулять. Есть место, лавочки имею в виду, да, где и взрослым посидеть. Ну, все здорово, все хорошо. Такой островок зелени, повторюсь, да, в самом практически сердце северного района. Самое сердце северного района. Только выходишь туда за дом, через арочку проходишь, все, все, движение, жизнь. А здесь тишина, покой, как будто в другом мире находишься. Так, ну что, вроде бы все вам здесь по территории показал, рассказал. Локация на самом деле очень и очень классная, очень здоровская. В этой локации всегда квартиры очень и очень хорошо у нас продаются. Это на самом деле так. Ну что, пойдемте уже саму квартиру смотреть. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Так, друзья, шестой этаж у нас в доме 9 этажей, шестой этаж 9-этажного панельного дома. Вот такой небольшой тамбурочек у нас на две квартиры, соседи трешечка, трехкомнатная квартира, пенсионеры, хорошая пара. Ну вот она, собственно говоря, входная дверь у нас. И такой вот тамбурочек на две квартиры. Так, здесь в коридорчике у нас света нет. Почему? А потому что перегорела лампочка. Ну ничего, я думаю, что в принципе света достаточно, я вам и так все сумею показать. Значит, вот такой вот коридор. С левой стороны у нас входная дверь, откуда я, собственно говоря, зашел. Прямо у нас кладовка, санузел, кухня. Одна комната и вторая комната. Шестой этаж, повторяю. Так, ну давайте, наверное, как? А давайте справа налево пойдем. Давайте справа налево. Нарушим наши традиции и пойдем справа налево. Начнем вот с этого зала. Зал у нас по площади 19 квадратных метров. Состояние квартиры. То, что мы называем после бабушки. После бабушки. Из плюсов что у нас? Натяжной потолок. Заменены радиаторы отопления. И заменены окна. Окна у нас пластиковые. Обойки под замену. В таких несколько мрачноватых тонах. Ну, что есть, то есть. Ну, и линолеум тоже у нас старенький. В идеале, конечно, поменять. Какое-то время, конечно, можно с ним пожить, но в идеале через какое-то время его поменять. 19 квадратных метров. Радиаторы, повторюсь, поменены. Давайте смотреть, куда у нас смотрят окна. А окна у нас смотрят, смотрите, конечная остановка маршруток, пожалуйста. Вот тут, кстати, у нас мини-рынок, забыл сказать. Вот тут, вот буквально 5 минут ходьбы, мини-рынок. И конечная остановка маршрутных такси. И вот туда, вот в том направлении, как уже сказал, да, минут 15-20 ходьбы, гипермаркет-линия, неспешным шагом 15-20, да, гипермаркет-линия и торгово-развлекательный комплекс «Арена», Парк Победы там дальше, то есть здесь местечко такое, на самом деле такое золотое, да, и смотрите, сколько зелени у вас здесь из окна, сколько зелени из окна. Вот там дорога, но ее практически не видно. Из-за зелени ее практически не видно. Шестой этаж у нас. Жара немножко спала, поднадоела, честно говоря. Окошечки открываются у нас на режим проветривания.
Окно достаточно большое, дает много света. Ну, вот эту стеночку не предлагаю. Эти ретро-мебеля, ну, если надо, оставим, никаких проблем. У вас продается славянский шкаф? Оставим. Если надо, оставим. Не надо, заберем, вывезем, выкинем. 19 квадратных метров площадь вот той комнаты. Следующая комната у нас по площади 12 квадратных метров. Ровная, квадратная. Тоже в таких темных тонах все. Ну, вкус такой у людей. Ну что, ну, все мы люди с вами разные. Не нужно в комментариях писать марак там или еще что-либо, как у нас любят некоторые подписчики. Вкусы у всех разные. Мы все с вами люди разные. И это на самом деле хорошо. Потолочек у нас также натяжной. Также здесь у нас заменены радиаторы. Окна. Входная дверь на балкон. Пластик. Тумбу вот эту можем оставить, если надо. 12 квадратных метров. Практически четкая, ровная, квадратная. Давайте выйдем с вами на балкончик. Балкончик несколько заставлен. Обит у нас вагоночкой изнутри. Ну, здесь все то же самое. Пластик. И вид у нас получается туда же. Туда же, на зелень. На вроде бы как бы дорогу, но ее из-за зелени не видно. Обычный стандартный балкончик от ДСК. Двигаемся с вами дальше. Дальше у нас по ходу движения кладовочка. Очень классная, незаменимая вещь в любой квартире. Смотрите, какая она глубокая, классная, шикарная кладовка. Сделаны такие кустарным способом стеллажи. Купите квартиру, можете сделать свои, можете покупанные с Леруа Мерлен сюда замастерить, поставить. Можно как гардеробную использовать. Можно, как, я не знаю, компьютерную комнату. Ну, наверное, нет. Лучше все-таки, наверное, квартира двухкомнатная, не однушка. Лучше, наверное, все-таки вещей будет много. Лучше, наверное, все-таки вот именно как гардеробную. То есть и какое-то место под стеллажи отвести, и какое-то место вот под какие-то вешалки, плечики там, я не знаю. Хорошая, классная, глубокая кладовка. Со светом. Так, и что у нас осталось? А осталось у нас дальше. Вот там дальше кухня, и остался у нас санузел. Что у нас в санузле? Санузел раздельный, ванна плитка, стены плитка старенького образца, 10 на 10. Но, кстати, нигде не вижу, чтобы она где-то там поотваливалась кусками, как это часто бывает, да? В принципе, ложили на совесть. Держится хорошо. Стиральная машиночка вот сюда вот встанет легко. Розетка под нее есть. Вот там просто протягиваете потом шланг, слив и забор воды. Вот там, вот туда, за ножки этой ванны. Делаете небольшой экран, и ничего тут у вас глаза не мозолит. Ни через какие шланги не спотыкаетесь. Розетка под электричество есть. Стиралка встанет, ванна стоит, раковина есть. Зафиксировали. Туалет. Да, двери здесь еще от застройщика. От застройщика. Вот такие вот деревянные. Кстати, по качеству вот эти двери лучше, чем сейчас современные от строительной компании ДСК. Я думаю, никто со мной спорить не будет, если мы говорим про качество. Да, может быть, эстетика, конечно, хромает относительно современного, но по качеству они однозначно лучше. Туалет, плитка, пол, плитка, стены. Тоже все, в
принципе, в достаточно неплохом состоянии. Трубы вот эти вот у нас поменяли. Буквально недели две назад, смотрите, они прям свеженькие вам поменены. Прям свежие-свежие. Муха, что называется, не сидела. Если сидела, только в тапочках. Счетчики стоят у нас на воду. Ну, бойлер. Бойлер вам с барского плеча подарю. Я думаю, что собственники не будут никуда его забирать. Я думаю, что оставим. Бойлер на случай отключения воды. С водой здесь все в порядке, как обычно, как во всех районах нашего города, отключают там на пару недель буквально. Вот на те пару недель как раз таки бойлер вам пригодится. Кухня стандартная для тех годов ДСК, 8 квадратных метров. Потолочек у нас также натяжной. Ну, линолеум старенький. Мойку, я так подозреваю, забрали вместе с кухней, которая здесь у нас висела. Видимо, какая-то супер дорогая мойка была. Ну, я думаю, не проблема мойку какую-то купить, поставить. Ну и плиточка здесь тоже. Рабочая стена кухни. Да не только рабочая, она в принципе вся у нас. Кухня выложена вот такой плиточкой. Красный уголок. Радиатор отопления также у нас здесь заменены. Ну и окошечки то же самое. Планировочка у нас все на одну сторону. Шестой этаж у нас на зелень. Средний классный хороший этаж. Ну и в доме у нас газ. 8 квадратных метров. Стандарт на те годы постройки от строительной компании ДСК. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Ну что, подводим итог, так сказать. Итог увиденного. Владимира Невского, 27, дом 91 года постройки, строительная компания ДСК, панелька, старая добрая панелька от ДСК. Шестой этаж у нас, общая площадь квартиры 55 квадратных метров. Почему 55? Это за счет кладовки. То есть здесь планировка стандартная с кладовкой 55. Это так на будущее, да, кто не знает планировки наших квартир. Вот тех годов постройки строительной компании ДСК 50 метров без кладовки, 55 с кладовкой. У нас с кладовкой планировочка. Шестой этаж, повторюсь, по месту расположения. Место действительно огонь, место действительно очень классное. Школы, детсады, торговые комплексы, торговые центры, я не знаю, рынки, мини-рынки, большие рынки, храм Ксении Петербургской, остановки общественного транспорта. Кстати, вот она конечная, про которую я говорил выше. То есть все-все-все здесь в шаговой доступности. Поэтому цены здесь действительно в этом районе, ну скажем так, кусучие. То есть они действительно отличаются от того же северного района. Мы находимся в северном районе, кто не знает, да, но, допустим, окраин этого северного района. Из-за того, что здесь инфраструктура района достаточно развита. Цена. Как вы слышали, уже местный житель, вот там на улице, с которой я побеседовал, вот так вот внезапно, да, это не нанятый актер, это просто женщина ко мне подошла, потому что знаю, я некоторых наших комментаторов, скажет, опять какого-то актера пригласил. Смешно, право, уж простите. Так вот, женщина сказала, что трешку в этом доме продали вот совершенно недавно за 4, по-моему, 300, она сказала, да, 4300 в доме 91 года постройки, в этом же доме. У нас двушечка 55 квадратных метров, цена нашей квартиры. Ну да, состояние вы видели, да, что-то требуется ремонта, естественно. Из плюсов давайте перечислю. Потолки есть, радиатор отопления заменены, что немаловажно, окна поменены. Квартира освобождена, никаких сложностей, никаких проблем. Сегодня деньги, сегодня ключи от квартиры. То есть плюсов на самом деле гораздо больше, чем минусов. Из минусов что? Ну, линолеум со временем поменять, да? Ну, обойки, естественно, да, не всем такого цвета подойдут. Где-то уже подотклеились, может быть, несколько мрачноваты. В общем, плюсов действительно гораздо больше, чем минусов. Так вот, цена нашей квартиры 3 миллиона 370 тысяч рублей. 3 370. Честно говоря, смотрят ее очень-очень и активно, поэтому я не удивлюсь, совершенно не удивлюсь, если на момент выхода вот этого видео за квартиру уже внесут задаток. На самом деле так, квартиру смотрят очень и очень классно,
очень и очень часто. Это говорит о том, что квартира действительно в рынке, что называется, да, то есть квартира пользуется достаточно большим таким спросом. Но это место на самом деле пользуется, всегда пользовалось и пользоваться спросом будет. Поэтому, друзья, кого квартира заинтересовала, вы как бы долго-то не раздумываете, да, набираете на цифры, которые вы увидите под этим видео, это наш специалист, Юлия, набираете ей, договаривайтесь о просмотре, и она покажет в удобное для вас время. Если вы находитесь в другом городе, да, у нас тоже такие сделки проходят очень и очень часто, когда человек посмотрел какую-то квартиру, она ему понравилась, посмотрел ролик по обзору какой-то квартиры и понимает, что просто не успеет из Киргизии, допустим, да, к примеру, с Казахстана, приехать, прилететь, купить эту квартиру, просто бывает, перечисляют нам задаток, говорит, хочу купить эту квартиру, вот вам задаток на карту, я приеду там через 2 недели, и полностью за эту квартиру рассчитаюсь. То есть такой вариант тоже возможен, никаких проблем. Но повторюсь, если все-таки на момент этого видео покупателя на эту квартиру еще не будет. Потому что может случиться так, что квартира будет уже продана. Смотрят на самом деле очень и очень активно. Друзья, кого эта квартира не заинтересовала, кто рассматривает для себя, может быть, другую недвижимость другого плана, может быть, дом посвежее, может быть, другой район города, может быть, количество комнат другое, да, либо однушку, либо трешку. Я напоминаю, что у нас есть услуга по поиску проверки на юридическую чистоту и покупки для вас квартир на вторичном рынке. Заполняйте анкету, заявку. Услуга не очень-то и дорого стоит, да, я бы сказал, вообще недорого стоит за тот объем работы, который мы выполняем. Поэтому обращайтесь, анкета, заявка есть под этим видео, если вас интересуют другие объекты недвижимости. Обращайтесь, заполняйте анкету, заявку, и наши специалисты в самое ближайшее время с вами свяжутся. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока.